Добрый день! Я приветствую вас, дорогих моих зрителей канала Марина Цветы. Я вам объявила новость, очень для меня приятную, то, что я открываю параллельно еще один канал, который будет называться «Домашний очаг с Мариной». Это связано в связи с тем, что у меня очень много тем, приготовленных для вас, но озвучить именно на канале Марина Цветы, где в основном он был предназначен для цветоводства, садоводства и для рукоделия, вязания. Я очень много вам предложила своих видео и задела тему психологии воспитания детей. И теперь появилась такая потребность немножко отделиться. И поэтому появился канал «Домашний очаг с Мариной». Это неотделимый канал от этого канала. И я буду периодически анонсировать видео вам, какие будут выходить на новом канале «Домашний очаг». Сегодня я хочу вам рассказать о нескольких видео, которые я предложу вашему вниманию на протяжении этой недели. Кто уже со мной был вот эти 10 дней, вы обратили внимание, что я вам даю видеозадания, такие коротенькие, для подготовки к Новому году. Это все было связано в связи с тем, чтобы облегчить ваше физическое, духовное состояние перед праздниками. Может быть, я что-то вам рассказывала с точки зрения философии, может быть, каких-то обрядов. Ну вот сегодня я хочу анонсировать тему, которая у меня будет выходить на новом канале «Домашний очаг с Мариной». Я хочу с вами поговорить о теме отдыха. Но не отдыха, когда мы едем куда-то на курорт, в горы, на реку, или мы просто с друзьями отдыхаем. Я хочу с вами поговорить об отдыхе, который будет касаться только-только вас, только вашу физиологию, ваше тело и вашу душу. Я хочу охватить в этом видео и разговор о том, если вы страдаете бессонницей. Это очень сейчас актуальная такая, ну, проблема. И я хочу рассказать вам даже циклы снов и что происходит с вами ночью. Может быть, я объясню, почему вы не можете заснуть. Я бы хотела привлечь внимание и моих зрителей, которые очень хорошо спят ночью, могут даже вечером выпить чашечку кофе и лечь на бочок и прекрасно спать до самого утра. Ну, обычно это только молодость себе может позволить. А люди, которые уже среднего возраста и старше, конечно, они более чувствительны. И вот видео об отдыхе, о бессоннице и о том, что вы не можете проснуться утром, то есть вот три такие будет фазы, потому что у нас молодежь очень любит спать, ее очень тяжело разбудить утром. Ну, наверное, молодежь и должна спать, но дел вокруг очень много, жизнь бурлит, жизнь кипит, и, может быть, я вам помогу разобраться и в этой теме. Может быть, странно для вас, что канал, посвященный уюту и организации быта домашнего, я начинаю именно с темы отдыха. Но моя система, которую я хочу вам предложить и рекомендовать, как раз будет и направлена на то, чтобы максимально разгрузить вас от домашних хлопот, от быта, от этой суеты, и высвободить для вас больше времени для себя. Ну, даже для такого же отдыха, посидеть с книжечкой, может быть, где-то прогуляться. Может быть, физкультуру, зарядку сделать, на тренажер какой-то сходить. Потому что вы уже очень часто задаете мне вопросы. Как же вы успеваете вот и для нас снимать, и цветы выращивать, и столько дел вокруг меня окружает. Ну, вот эта вот система, которая будет вам предложена на канале «Домашний очаг», она будет направлена прежде всего на то, чтобы вас освободить от домашних хлопот максимально, и вы больше времени уделяли, ну, я скажу так, отдыху. Просто он в разных, может быть, ипостасях. Кто-то хочет поспать безмятежно, кто-то, наоборот, хочет погулять, кто-то хочет рукоделием заняться. И вот видео, которое я вам предлагаю, как раз будет очень важное для вас. Все равно оно будет пересекаться, может быть, и с медицинской точки зрения, какие-то нюансы я вам расскажу. Но для вас, я уверена, оно будет очень полезно, интересно и поучительно. Поэтому я предлагаю вас перейти по ссылочке на мой канал «Домашний очаг с Мариной» и
просмотреть видео «Отдых», «Бессонница» или наоборот, когда вы не можете проснуться. Спасибо, что вы со мной. Подписывайтесь на мои каналы, ставьте класс, и я продолжаю для вас снимать свои видео-задания и видеосоветы.